Уже известно, что на местном уровне в законодательное собрание Пермского края прошел Евгений Зыбин. Андрею Рашидову не хватило чуть больше 300 голосов, чтобы представлять 14-й избирательный округ в краевом парламенте. По 15-му городскому округу проходит Андрей Силаев. Его оппонент Игорь Соловей уступил сопернику 445 голосов. По предварительным подсчетам в Государственную Думу от Пермского края проходит Ирина Ивенских, а вот по партийным спискам первое место занимает партия «Единая Россия».